пейзажи берегов с высоты птичьего полета. Совсем скоро в городском саду Твери откроется уникальная фотовыставка. Необычная экспозиция посвящена великой русской реке Волге. Более 200 фотографий из 15 регионов страны. Пилоты-фотографы Андрей Востров и Валерий Безрученко пролетели 3530 километров по всей длине реки Волги. От Валдайской возвышенности до Каспийского моря, чтобы запечатлеть бескрайние волжские просторы с необычного ракурса. 23 года назад мы поднялись в небо, и те пейзажи, которые мы увидели с воздуха, нас поразили. И мы решили заняться фотографией. Собственно, с этого момента у нас родилась идея пролететь всю Волгу, пофотографировать ее и показать потом жителям, волжанам, какая есть у них река. На реализацию таких масштабных планов ушло более 3 лет. Всего было сделано несколько тысяч фотографий, но только лучшие отправились в тур по городам России. Вообще радуга – явление редкое, а поймать радугу в полете – это явление редкое вдвойне. И я всегда представлял, и обычно видно ее, что радуга – это полукруг, который упирается в землю. Но с воздуха было удивление, что это полностью круг. Все фото на выставке сгруппированы по регионам и последовательно располагаются по географическому местоположению Волги – от истока до устья. Выставка будет функционировать с 29 мая по 11 июля. Стенды открыты для посещения как утром, так и вечером. Имеется подсветка и очень красиво. Монтаж выставки практически завершен. Жители и гости Твери уже могут прийти в городской сад и полюбоваться разнообразными пейзажами.